Ребята, всем доброе утро, с Днем Благодарения. Сегодня в Америке День Благодарения. Это очень главный праздник в году. Он идет перед Рождеством. Вообще такая одна большая цепочка. День Благодарения, Рождество, Новый год. А в этот день никто не работает. Ну, практически никто. Я думаю, никто вообще. Потому что для них это святейший праздник, где каждый американец собирается в кругу своей семьи. Это крайне важно. Собраться именно в доме одной большой семьей, чтобы приехали все родственники и ели индейку, как в кино. В общем, для меня это впервые, как обычно. И я очень рада, что я нахожусь здесь. Я хочу увидеть все собственными глазами. И я беру вас вместе с собой в дом мужа родителей Юли. То есть там собирается у них сегодня большая компания, все родственники. Меня пригласили, да, потому что Сара, что мы одни здесь. И мы будем отмечать День Благодарения. Вообще-то обед, где будет индейка, и каждый приносит что-то от себя еще покушать. Сейчас я буду просыпаться, ухаживать за лицом. Хочу показать вам классную штуку, которая меня радует в последнее время. Я думаю, что в принципе вы уже знакомы с этой удивительной щеточкой. Это Forever Luna Mini 2. В общем, я пользуюсь этой щеткой уже практически месяц. И я очень довольна результатом, потому что она невероятно круто очищает мою кожу. Эту щеточку очень легко очищать, потому что она сделана из супергигиеничного медицинского силикона. Еще у нее присутствует пульсация. Вот смотрите, я сейчас включу. Вы можете убавить, добавить еще сильнее, либо выключить. И умываться каждый день при помощи этой щеточки, потому что она идеально очищает кожу, идеально, от макияжа, ну, вообще, как бы я смываю весь макияж, а затем уже такой завершающий, очищающий этап идет у меня с этой щеточкой. И плюс ко всему я заметила, что кожа еще и подтянулась немножко, вот за счет вот этой все-таки вибрации, пульсации, кожа моя сияет, меньше сыпи на лице, разных прыщичков появляется, за счет того, что она очень хорошо очищает кожу. И я действительно чувствую результат. Это моя единственная щеточка для очищения, и я не знаю, как я была без нее раньше, потому что она очень крутая. Смачиваю водой, нанесла на лицо гель и включаю. Решила надеть просто джинсики и свитерочек от SL Ira. Кстати, у них сейчас грандиозные скидки до 70%. Так что, если вам что-то интересно, я снимала, кстати, видео с обзором на вот эти все вещи. И у них сейчас стартовали скидки, поэтому поспешите. Сейчас вообще везде скидки, везде. Что Black Friday, ху-ху-ху. Что поторопитесь, ссылочку могу на него оставить под этим видео в описании. Ну и что вы думаете? Я, как обычно, приготовила свои фирменные гренки. Потому что в прошлый раз они очень всем понравились. Маме Юли, в общем, всем гостям. Так что, почему бы и нет? Повторила. Все время их готовлю. Так что и вам советую научиться и вот так вот постоянно их делать на каждый праздник. И рецепт у меня есть на кулинарном канале, в котором я ничего не выкладывала уже год, если не два. Пока идут просто закуски, все ждут гостей. Юля, привет, красотка, покажи свою суперфигуру. Очень красиво выглядишь. Happy Thanksgiving Day. Просто закусочки пока, готовится основное блюдо. У нас здесь, кстати, есть кот. Кот? Сара, where is the cat? А, вон он. Красавчик. Да, красавчик. Привет. Привет. Ой, это зверек. Почухай его. Он любит, когда его чухают. Еще где-то есть собака. Очень красивый дом у родителей Клея. Пошли посмотрим, где собака. Смотрите, какая у них в доме игровая комната. Развлекательная. Здесь есть боулинг. Дартс, вон Сара играет. Снеки.
Так круто! Юля профессионал у нас пинг-понга. Ты отлично смеешься. Эй! Покажу вам турки сейчас. Индейку, смотрите. Вот она, красавица. Вау! Вот, зашли в Сальвадор. Сальвадор Ферагамо. Ну все. Пальцы почему-то торчат. Ну, они мне маловаты. Маловаты? Да, я боюсь. Если бы мне понравились, я бы себе размер. Ага. Ну, даже не знаю. Как-то двояко. Вроде ничего, но... Да, ничего такого прям, что-то, да? Да, за 400 долларов со скидкой. Уже. Ну, вот, чтобы вы понимали цены, вот эти со скидкой уже 600. Стрит, эти тоже тебе просто подошли бы. И сумочки. Очень много людей, и выбора уже не осталось, потому что все разобрали. В Армане 90% на некоторые модели. Но они какие-то вообще не привлекательные. Старомодные. Например, вот эта юбочка была 875 долларов. Вот эта вот юбочка. Ну, сейчас 90% скидка на нее. Нет. Здесь в Орландо аутлет Victoria's Secret. Огромный. За 25. О, Юля уже нашла. За 5 долларов. Спортвер, yeah? Вот это прикольно. А, сейчас, зай. Огромная очередь на кассу. Надо было сюда приезжать в обычный день. Поехали по дороге домой на заправку в Орландо. 7-Eleven. Сара вон разошлась. Весь день в дороге такие пробки. Как это называется? Сплэш? Кофе не надо наливать. Кофе? Нет. Кофе никогда не надо. Рассыпятельный. Все. Боже, мы пораньше уехали от родителей Юлиного мужа, потому что собирались же в Орландо, помните, ехать, и я платье искала все. Так у нас вот неожиданный поворот событий, так сказать. Дело в том, что человек, с которым я договаривалась о данном мероприятии, сам организатор, этот, мы договаривались о том, что я делаю рекламу ему, о данного мероприятия, привлекаю клиентов, и за это он проводит меня на это мероприятие, предоставляет жилье, проживание в отеле, что там у них что-то связано с отелем, их, в общем, в этом отеле же и проходит мероприятие. И я потом снимаю про это событие, фестивали, и выкладываю у себя на канале. То есть, в принципе, по сути, я там денег никаких не брала с него за то, что я делаю рекламу. Мне было просто интересно, как говорят здесь, just for fun. Плюс я еще поехала вместе с Юлей, потому что Юля выступила в качестве спонсора там на мероприятии. Она еще и заплатила деньги ему, чтобы была спонсором она, там не маленькая сумма. И он ее там бы прорекламировал. И она хотела бы там себя рекламировала как агента, да, по недвижимости, к которому можно обратиться. Я сделала анонс, как договорились, рассказала про мероприятие. Помните, я искала платье, что это собираюсь, оставила ссылку, все дела, как мы договаривались. Но он все молчал про то, что когда там можно заехать в отель, какой отель. Про это молчал.
Хотя мы с ним изначально сами с ним вдвоем договаривались о том, что он мне предоставляет отель. Это мои условия. Он спросил еще, какие у вас условия сотрудничества, ля-ля-ля. Я знала, что мне нужен отель, как бы за свой счет я не собиралась ехать, потому что мне какой смысл ехать ему делать рекламу, да, снимать фестиваль, еще и платить самостоятельно за отель. Нелогично. Он все знал про это. И когда я его прорекламировала, он пропал, и за несколько дней до мероприятия я написала ему снова, почему, что, как у вас дела, почему вы молчите, на что он ничего не ответил. И уже на следующий день, вот вчера буквально, за день до мероприятия, я уже написала уже окончательный такой вопрос, а где мы будем жить, все ли в порядке вообще, можете ли поделиться контактами отеля. Вообще, ну как, блин, я хочу знать, где буду жить, вообще все ли в силе. В итоге, на что он мне отвечает, все же должна была Юля забронировать для вас. В смысле Юля. В итоге этот мужчина, Андрей, собственно, Моргунов, спрыгивает, делает из меня глупую женщину, из Юли глупую женщину, из всех, в общем, глупых, один он умный. В итоге он говорит, я вам ничего не обещал, я не могу вам предоставить отель, вы можете приехать, я вам предоставлю ужин. Вообще, короче, левая что-то предлагает. Вот представьте себе, это вот так вот здесь. Меня предупреждали, что он такой, вот не очень порядочный. И, блин, ну мы все взяли, поверили человеку, да, там собрались, я ему рекламу сделала. Ладно, в принципе, мне не важно. Представьте себе, нам пришлось все-таки поехать, потому что, ну, Юля заплатила кучу денег, и мы даже не успели попробовать турки, ну, индейку, которую приготовили родители, потому что нужно было сюда ехать, в Орландо. И все, я ее отвезла, в итоге я не поехала на это мероприятие, я еду к подружке, к Полине сейчас. Ну и, конечно, я не пошла с Юлей туда, потому что он не сдержал свое слово и подвел. Он получил свое, получил рекламу и решил не выполнить свое обязательство, представьте себе. И я не раз слышу, что здесь в Америке наши очень любят кидать наших. И я вот уже второй раз с этим столкнулась, а первый раз я столкнулась с врачом Ингой Уколовой, это зубной врач, у нее своя поликлиника, кстати, возле нашего дома, и она делала сари-пломбу. Сейчас я расскажу, что было именно с Ингой Уколовой. Вообще, это видео, наверное, посвящено и Дню Благодарения, да, и вообще, чтобы рассказать про людей, которые кидают здесь в Америке, если вдруг вы знаете тоже каких-то таких персонажей, то пишите в комментариях под этим видео ваши истории, кто вас кинул в Америке, как их фамилии, или наоборот, напишите в комментариях, кто помог вам, кто действительно порядочный человек, и чтобы вы подкрепляли своими историями ваши слова. Не просто там «она хорошая», «Вася Петров хороший», нет. Напишите почему, что он для вас сделал, стоит ли обращаться к данному специалисту, это может быть и врач, и там риэлтор, и хоть кто, да. Лично я очень довольна была мужчиной, который помог мне купить машину. Я его нашла в группе в Орландо, если вам интересно, тоже я напишу там же в комментариях его фамилию. И вот вы тоже, кто смотрит меня в Америке, пожалуйста, напишите, кто вас кидал в Америке, именно наши люди, кому не стоит доверять, и кто наоборот вам помог, и как сделал. Инга Уколова, что она сделала? Она сделала сари зубы, за, ну, где-то я, грубо говоря, заплатила $300 за две пломбы. Просто одна дырочка была рядом с другим зубом, и пострадали два зубика молочных. И мы сделали там, она почистила, сделала, через $300 я дала. Через где-то неделю Сара начала жаловаться, что у нее все равно болит зуб. Потом прошло, потом опять через неделю все окей. Я думала, что как бы это до сих пор процесс этот идет. Потом я смотрю, у нее вылез флюс. И зуб немножко потемнел. И у меня до сих пор этот флюс. Флюс, да. И мы поехали к ней. Я говорю, вот ваш зуб, который вы делали. Вылез флюс, что это? Она говорит... Да, да, такое случается. Она еще так уверенность-то говорит, как будто она всегда права. Такое случается, вот, вам нужно его удалять, все. Снимок сделала, она так сказала, да. И вам нужно пропить антибиотики, убрать воспаление и удалить зуб. И вы должны за это заплатить еще дополнительно. Понимаете? То есть она взяла плохо зуб,
зуб разболелся у ребенка за это время, она там не прочистила, ничего вообще не сделала толку. Она еще так ее намучила тогда на кресле, это 1.5 часа. И потом еще плюс она теперь просит деньги за то, что придется, да, вырвать ваш зуб, 300 баксов пломбу, с этой же пломбой, да, и выкинуть, и пусть она без зуба ходит. Вот так вот люди наши, тут приходишь, да, хочешь как бы нашим помочь. И плюс еще, да, у них немножко дешевле. Плюс ты хочешь поддержать наших. Плюс они понимают, что ты говоришь, да, ты можешь объяснить толком проблему. А наши пользуются тем, что вы ничего тут не знаете, что вы беззащитны, да, там, ну, грубо говоря, в этой стране. Еще и пытаются на вас навариться. Это же какой-то капец. Никто не хочет никому помочь, да даже и за деньги. Даже за деньги. Хотят еще больше деньги. Еще больше сорвать денег из вас. Пишите в комментариях, пусть знают. Я думаю, что для многих это будет полезно. Информацию про таких вот мошенников. Даже не знаю, как назвать таких людей. Кидала, мошенники, безответственные. Люди, которые пользуются другими людьми. Ну, вообще, фу, кошмар. Я даже рада, что туда не поехала. Сейчас поеду туда к Полине, к подружке. У них там будет индейка, кстати, и мы будем кушать. Я тоже посмотрю. Okay, I'm just gonna leave them like this. Ой, посмотрите, actually, какая красота. Мы вот уже у Полины дома. Турки так и не пришлось нам попробовать. Но сейчас зато попробуем у Полины. И видите, вот специальная штучка, которая определяет, готова она или нет. Она выпрыгивает просто. И когда она выпрыгнет, тогда значит, готова индейка. Класс. Там и яблочки внутри, и все дела. Вот, посмотрите, пимпочка вылезла. Вот. Как у тебя кофта? Покажи, как делать. А наоборот, смайлик, а наоборот, yeah. Собака. Где собака? Где собака? Вот как подают индейку на Thanksgiving Day. Это специальная клюква. Мама, это варенье? Да, это клюквенный соус к индейке. Попробуй, тебе понравится. Вот, индейка, пюрешка. Все по-американски. Happy Thanksgiving Day! Малиновое варенье. Клюквенное. Так, всем доброе утро. Мы выехали уже от Полины с Юлей. Юльчик, привет. И мы заехали в аутлет, в огромный аутлет. Здесь в Орландо есть классный аутлет. Очень большой вообще, считается один из лучших. И здесь сегодня Черная Пятница. Мы думали, что на Черной Пятнице, ну, сегодня ничего не будет, никаких скидок в аутлете. Но нет, здесь сумасшедший дом. Мы ищем парковку уже час. Час. Но мы не сдадимся. Так далеко ехали, еще не могли заехать, искали. Ой, какой капец. И Сара хочет есть, да. Кушать еще. С Орландо аутлет Victoria's Secret. Огромный. За 25. О, Юля уже нашла. За $5 спортвер, yeah? Вот это прикольно. А, сейчас, зай. Огромная очередь на кассу. Надо было сюда приезжать в обычный день. Все. Пальцы почему-то торчат. Ну, они мне маловатые. Маловатые? Да. Если бы мне понравились, я бы себе размер попросила. Ага. Ну, даже не знаю. Как-то двояко. Вроде ничего, но... Да, ничего такого прям. Что-то да. За $400 со скидкой. Mm-hmm. Уже. Ну, вот чтобы вы понимали цены. Вот эти со скидкой уже 600. Смотри, вот эти тоже тебе подошли бы. Розовый вообще.
сумочки. Очень много людей, и выбора уже не осталось, потому что все разобрали. В Армани 90% на некоторые модели. Но они какие-то вообще не привлекательные. Старомодные. Например, вот эта юбочка была $875. Вот эта вот юбочка. Он сейчас 90% скидка на нее. Christmas time is here. Don't be